Здравствуйте! Сегодня мы будем разбирать вопросы для платного телеграм-канала. Смотрите, подписчиков платного телеграм-канала прошу не обессудить. Разбор одного самого вопроса, который набрал больше всего, я выложу на YouTube, опять же, для рекламы того самого платного телеграм-канала. Вот. Начнем. Смотрите, объясню принцип для тех, кто не подписан, не знает, что такое платный телеграм-канал или как на него подписаться. Подписаться на него можно будет по ссылке снизу под видео. Объясню, для чего это надо и что, зачем и почему. То есть, когда вы подписываетесь, в платном телеграм-канале, соответственно, уже разобрано большинство всех вопросов, которые волнуют вообще всех собачников на... Нет, Джессика! Беременна. Переживает на шум. Нет! Родила, точнее, вчера. Вот. Разобраны ответы на все вопросы, волнующих всех-всех-всех собачников на планете. То есть, как, например, отучить это, как научить тому, или как научить чему-то еще. То есть, все это есть. И подписываясь на данный канал, подписка стоит всего 300 рублей в месяц. Подписываясь на данный канал, вы, соответственно, можете сами задавать вопросы. Вы пишете в чат. Мой помощник собирает, модератор чата собирает все эти вопросы, которые в чате есть, проводит среди них голосование, и люди выбирают вопросы за, то есть победивший в голосовании вопрос, на него я отвечаю. Вот сегодня победил вопрос. Я разберу сегодня все вопросы, которые, так как вот сейчас вот Джессика родила, два дня я не мог разобрать вопросики. Я разберу все вопросы, которые там есть. В YouTube выложу только разбор вопроса победителя, соответственно, и прикреплю вам ссылку. Если хотите увидеть остальные ответы на вопросы или просто другую какую-то информацию, там ее полно, которой нет нигде. То есть подписывайтесь, опять же. Так, давайте я озвучу все вопросы, которые разберем. Победитель голосования у нас: как правильно гулять с собакой, если живешь в городе? Вот его мы будем разбирать, а сейчас соответственно, скажу остальные вопросы, которые будем разбирать дальше, уже только в платном телеграме. Как отучить собаку кусаться во время игр? Основные моменты ухода, социализация щенка, взрослой собаки, основные этапы. И как правильно кормить собаку натуральной пищей. Вот. Начнем с главного вопроса победителя. Как правильно гулять с собакой, если живешь в городе? Вообще, чтобы комфортно гулять с собакой в городе, вы должны заниматься ее полномасштабным воспитанием не только в момент прогулки, но начиная уже с того этапа, как вы перешагнули дверь квартиры. Вот она зашла, и вы сразу начинаете с нее требовать определенные, даже с тех пор, когда посадили ее в машину, то есть вы посадили, уже начинаете с нее спрашивать, требовать определенные моменты воспитания, чтобы она сразу поняла, что, соответственно, вас нужно слушаться. Если вы сразу начнете сюсю-мусю, тискать, и вот это все приведет к печальным последствиям. Вот. Опять же, какой порядок воспитания, это все есть уже разобрано неоднократно, разобрано в том же телеграм-канале. Вы можете просто зайти, посмотреть все вопросы и воспитать собаку любую с нуля, причем не только свою, любой породы. А если постараться, то сможете и перевоспитать. Это такой мини-кинологический курс. Вот. Поэтому, как правильно гулять с собакой? Для начала, соответственно, занимайтесь ее полномасштабным воспитанием просто в общих моментах, изучайте определенные нужные команды дома, это в частности место, разграничивание территории, кормежка по команде, тоже основные команды начинаете отрабатывать дома, и параллельно с этим, естественно, начинаете гулять. Я советую начинать гулять на контроллере с любым щеночком, так как это облегчит вам работу. Можно научить ходить щенка практически на любом ошейнике, или на любом типе поводка, но я учу всегда на контроллере, это и быстрее, и просто удобнее. То есть, грубо говоря, для маленького щеночка вам будет достаточно пары минимальных отдергиваний, он уже поймет, что нужно как делать, то есть, вот, последовательность его действий. Вот, так что вы выходите на контроллере. Опять же, очень важен момент выхода на прогулку. Я, когда жил в городе, перед каждым порогом, соответственно, и люди, к которым я приходил на консультации в городе, я учу подсаживать собаку перед каждым порогом. То есть вы подсаживаете ее перед выходом в подъезд. Не подсаживайте команды сидеть, а то есть немного по-другому делается. Опять же, как это делается, я уже разбирал, но повторюсь, да? Вы просто ходите на пороге, она хочет выйти, вы ей не даете, соответственно, просто она упирается в голени, вы ее блокируете. Она сама подсаживает, вы ее разрешаете. То есть, и это как бы каждый порог идет по приглашению. Это создает определенный... Потому что для них выход на улицу, это положительное подкрепление, скажем так. То есть,
Это что-то, это то же самое, что вот вы, допустим, даете команду какой-то собаке и даете ей вкусняшку. Вот выход на улицу для них на данный, вот для большинства собак, у некоторых есть определенные страхи в улице, с ними немного по-другому, но принцип там тоже самый. Об этом я, опять же, тоже разбирал уже платно в том же канале. Вот, вы выходите на улицу, перед каждым порогом подсаживает, это создает и закрепляет за собакой момент спокойствия. Ну, это я так называю, моменты спокойствия. Чем больше таких моментов в жизни собаки, тем она становится более спокойной. Как объясню, как это работает. Когда вы просто собака, вы открываете дверь, и собака, не считаясь вашим мнением, просто выбегает в дверь, несмотря на вас. Просто вот она вот смотрит именно вперед, на дверь, очень возбужденная, вот такая вся трясется. Смотрит, как только дверь открывается, она уже и все, и бежит. То есть это максимально неправильно, это создает момент возбуждения. Тем самым, что вы открываете, собака возбуждена, вы открываете дверь, она бежит, момент возбуждения закрепляется. То есть, и если таких моментов много, а моментов спокойствия нет, как обычно бывает у людей, которые строят воспитание неправильно, то собака по жизни, у нее складывается определенное понимание. Ага, значит, чтобы мне что-то получить, я должна возбуждаться, должна делать, прыгать, всю вот херню вот эту вот, все, что обычно они делают от возбуждения, да, писаться там, еще что-то, и мне все равно это дадут. То есть, и все. И собака начинает быть гиперактивной, неуправляемой, непослушной, как на улице. Вот если вот это не делать, то и на улице она вас 1000% не услышит. То есть, вот. Поэтому обязательно, обязательно вот эти вот подсадочки, моменты спокойствия, делая такие моменты, вы, соответственно, создаете моменты спокойствия, и собака уже думает, ага, чтобы мне что-то получить, то есть, чтобы в данном случае что-то, я имею в виду, это в общий момент спокойствия, в данном случае, чтобы мне выйти на улицу, я должна подсесть, успокоиться, подождать разрешения, посмотреть, закрепить визуальную связь с хозяином, посмотреть ему в глаза, и хозяин не разрешит, скажет, пошли или можно, неважно. И так перед каждой дверью. Дальше она будет уже, ну, первое время будет занимать время, да, минуток потом по 5 будете тратить на дверь, возможно. Это, возможно, быстрее. То есть вот, потом это будет происходить просто автоматически. Она будет подсаживаться, выходить, подсаживаться. И на улицу она выйдет уже спокойно. И тут уже начинается воспитание на улице. Как правильно гулять на улице. Нет, Джессика, да она, наверное, мой голос слышит и это... Думает, кто там говорит за кадром. Вот, переживает. Так, на чем я остановился? Да. Вот. Вы вот так вот выходите, вышли на улицу, и тут уже начинается воспитание собаки на улице с помощью контроллера. Вы сразу, то есть, выходите аккуратненько, не позволяете ей тянуть сходу, задавать направление. Как только щенок бежит вперед вас, вы уже дык-дык поправили. Сказали команду рядом, тык, поправили, бежит вперед. То есть, ну, это делается отдергиваниями. Как это делается, я опять же разжевывал в телеграм-канале. Есть не одно видео, как на большой собаке, как на маленькой. Даже и на ютубе, и в дзене вы это все найдете. То есть вот в Телеграме там все подписано, есть навигация, просто выберите там, как научить собаку ходить с поводком. Фук, и оно вам выкидывает на это видео, да? Вот. И вы, соответственно, это все делаете, отдергиваете. То есть бежит чуть-чуть вперед, чуть отдернули, чуть в бок, оп. И небольшими отдергиваниями щенку много не надо. Если собака взрослая, испорченная, да, это будет дискомфортно и вам, и собаке, вам придется... И перчатку надеваешь, чтобы мозоль не стереть, и все остальное. Может, даже и не контроллер, а другой поводок. Об этом я тоже разбирал. Вот. Отдергивайте, задаете нужное направление ей. Нужное направление. Если она бежит вперед, то есть она должна идти рядом с вашей ногой, посматривая чуть направо, ориентируясь на темп вашей ноги. То есть вы ускоряетесь, а вот когда немножко уже начинает получаться, вы уже эксперимент с темпом делаете. То есть вы идете быстро. И, соответственно, собака сзади, если подтупливает, вы ее дык-дык-дык поддергиваете, она догонять должна. То есть, вот. Потом резко замедляетесь, опять же, убегает вперед, опять так. И вот с помощью этих экспериментов она поймет, не эксперимент, отработки вот этой темы с темпом, она поймет, что нужно следить за ногой. И как только уже получается хорошо, вы можете уже подкреплять это положительно. Говорить рядом, вкусняшку рядом, вкусняшку рядом, вкусняшку. Начнете это все делать, подкреплять, не бог весть что, вот люди сразу выходят, да, на улицу. Собака еще ни хрена не умеет, делает все неправильно, они уже суют ей вкусняшку в нос. То есть, ну, а за что? То есть вы подкрепите, опять же, неправильное понимание хождения, только все попортите. Сначала заложили, потом подкрепили. С улицы я делаю именно так. Вот. А вопрос получается, как правильно гулять с собакой, если живешь в городе? Вот. Команда рядом.
вы выпуск с этого, с дома, как я уже говорил, с подсадками, с зонами спокойствия. Команда рядом, на улице тоже останавливайтесь периодически. Я не говорю сидеть, я останавливаюсь, говорю рядом дублирую, и она садится. То есть, а потом вы просто можете останавливаться, когда уже привыкнет. Собака будет без слова садиться. То есть, чтобы вот вы остановились, она села. Это очень удобно. То есть, такой момент. Обязательно это делайте. То есть, если вы, опять же, вы даете команду, она подсела. Если не подсела, подсадили механически. Можете подкрепить здесь положительно, например, вкусняшкой. Постояли немного, собака не должна вскакивать. Если она вскакивает, вы раз, раз, уже просто без вкусняшки механикой. Дык-дык-дык-дык подсаживайте. И потом идете дальше, дублируя рядом, идете дальше. Соответственно, естественно, что все время рядом на поводке ходить, это не вариант. Да? Где-то вы захотите ее отпустить пописать, где-то просто спустить с поводка, если уже практикуете бесповодочный выгул. Так что вы как отпускать? Вы останавливаетесь, говорите рядом, она подсела, видите, спокойная. Пощелкали, может, она обратила внимание на вас, глаза, то есть зрительный контакт. И вы, соответственно, расслабляете поводок. И говорите «гуляй». Если не идет, подталкивайте. Вот вам еще одна команда «гуляй». То есть то же самое с бесповодком. Опять же, да, как отпускать без поводка? То же самое. Подсаживайте рядом. Снимаете поводок. Знаете, что собака сейчас может улететь. Руками придерживайте. Пытается вскочить. Поправляйте. Как только сидит, спокойно смотрит на вас, уже отпускаете «гуляй». Вот. Но до бесповодочного выгула, соответственно, я советую практиковать хорошо команду ко мне, сначала с поводком, дома, везде, ко мне. Просто общие моменты послушания, потому что вам нужно научить собаку слушаться вас в любых условиях, при любых раздражителях, то есть как раз именно вот этой выдержкой, терпением и поправлениями. Дома выучить команду места, чтобы вы могли там сказать место, и она там сидит. Вроде это все разные команды, но это все закладывает послушание, опять же, да, потому что... Научить, чтобы собака понимала, что такое ко мне, это несложно. То есть просто вы сказали ко мне, и она идет это дома вот за секунду, буквально 3 минуты займет это время, чтобы просто показать, что надо делать. Сложно научить собаку делать это в ситуациях с раздражителями, когда ей есть что-то в ее поле зрения интереснее, чем, соответственно, вы. Вот. Так что отрабатывайте с раздражителями другие команды, отрабатывайте выдержку, отрабатывайте, начинайте на улице, опять же, там отрабатывать, сидеть. Говорите сидеть, там ходят рядом люди, собака должна сидеть. Она скакивает, поправляете, да? Прям в поводке это, где поводок на землю можете бросить, сказать, сидеть. Если что, там рыбанет куда, вы хватанете поводок длинный. Сидеть, да, и поправлять, отрабатывайте, и потихоньку уже перейдете к отработке камней, и потом уже плавно перейдете к бесповодочному выгулу. Опять же, про бесповодочный выгул я разговаривал в платном телеграм-канале, об этом есть отдельная темка. Так, ну, мне кажется, вот с хождением в городе я полноценно разобрал тему. Так что сейчас мы с вами разберем все остальные, но это я уже обращаюсь к подписчикам телеграма. Мы разберем с вами все остальные темы, которые я перечислил, как отучить собаку кусаться во время игр, как правильно кормить, социализация щенка взрослой собаки, основные моменты ухода за собакой. Это мы все разберем, это будет у вас вместе с этой темой. А вот первую темку, с вашего позволения, выкладываю на YouTube и на Дзен. Вот.